Добрый вечер, дорогие друзья и гости моего канала. Друзья, сегодня я перебралась сюда в комнату. Здесь у меня телевизор. Я буду смотреть телевизор. Так, потому что лепить немного. Вот сколько у меня начинки, друзья. Как я готовила начинки, это я поставлю все в конце видео. Тесто пельменное, тесто для вареников. В общем, тесто я делаю всегда по-разному. В общем, друзья, начинаем. Приготовила я вот себе, куда я буду ложить пельмени. Я буду их называть пельменями, потому что они все-таки мясные. Вареники – это вареники с картофелем, с творогом, с ягодками – это вареники. Я так считаю, может, я ошибаюсь. В общем, буду пельмени сюда ложить. Вот засела я пищевыми пакетами, потом сюда же складываю их. Вот такое тесто, пельменное, тесто очень хорошее. Начинаю делать. Вот такую колбасу сделаю. Тесто я делаю всегда по-разному. Так, сейчас посмотрю, какие я их буду делать. Большие, маленькие, какие получатся. Так, друзья. Так, возьму один пакетик, чтобы у меня тесто не засыхало. И начинаю делать. Если вы не умеете вот так делать, сразу две. Ну, можно вот так. Никого не учу. Ни в коем случае. Просто показываю. Немного поговорю, полеплю с вами и буду смотреть телевизор. Я буду лепить и потом вам тоже покажу мастер-класс, типа, как вы говорите, хоть и не мастер-класс, но покажу, как я рисую. Ой, вообще такие отличные получаются, посмотрите. Отличные. Так. Раскатала вот, и то я думаю, так, как пускай лежит, и вот эту заодно сразу сейчас, ну, пускай вот так будет. Так, ну все, раскатаю сейчас быстренько. Начинаем. Я полеплю и потом вам покажу поближе. Так, друзья, пока леплю. О чем поговорим? На улице у нас это что-то творится. Я уже снимала сегодня, потом как-нибудь покажу. Там у нас ветрище. Смотрите, прелесть, да? Там у нас ветрище, пурга, метет, там все замело. Только Вениамин почистил, я вот выходила козу доить. Там дверь еле открыла, прям утонула сразу. Это что-то. Ну ладно, как-нибудь там мы прочистим, потом, если что, этот тракториста позовем. У нас есть люди добрые. Вот, погода ужасная. Вообще, дальнюю дорогу никак нельзя, никак. У нас, походу, дороги перекрыли, потому что я выходила, движения вообще не было. Там мальчишки тоже, ну, видео скидывают по WhatsApp-то. Костя в гараж пошел пешком, машину там оставил. Там не пройти, не то что проехать, пройти невозможно. Гаврик тоже на работу пошел пешком. А Дима дома. Я ему говорю: Дим, как дела ты? Че, работал? Работаешь? А он мне сразу прогноз погоды скинул. Типа, какая работа там метет? Видимость вот такая-такая. Вот, короче, там ужас, что творится, друзья. Ну, я вставлю кусочек, чтобы вы посмотрели. Если видео у меня не затянется, я вставлю, потому что не хочется длинное видео этот делать. Все равно не смотрят же до конца. Так. Ну, вообще смотрят, не смотрят. Не смотрят, не смотрят. Видео для себя, друзья, на память, как я уже говорила. В общем, вот так. Чем я занимаюсь? Чем я занимаюсь? Что, чем я занимаюсь? Ничем. Кашпо плиту учусь. Плиту кашпо. Самый такой легкий вариант выбрала. Получится, не получится. Потом покажу вам свою работу. Мое это, не мое, пойму. Буду я плести дальше или не буду. Ну, тут уже времени осталось. Если уж понравится, то на следующий год, Бог даст, зимой буду плести. Ну, вот пальцы уже болят. Я еще без перчаток. Этот ротан такой жесткий. Я выписала.
Ну, на следующий раз буду знать. В общем, я, видите, говорю, кому-то сейчас не понравится. Ну, ладно, кому-то не нравится, кому-то очень нравится. Друзья мои, правда? В общем, вот так леплю. Вот так леплю, я вам потом покажу. Я вот полный сделаю. Ну, я думаю, у меня будет три противня. Три разноса. Будет, будет, не будет, не будет. Вот, еще. Так. Все же не буду уж сидеть этот все показывать, как леплю. Покажу несколько. Так, друзья, что хотела еще сказать-то? И знаете, что вам? Ну, просто хочу этот сказать. Я же это выпустила шортик. Шортс. На несколько секунд-то. Ну, может, минута есть. Наверное, минута есть. Как я ведро дырявлю. И название написала «Приспособилась». Ну, кто посмотрел, уже в теме. Этот. Ну, там... Ой, не могу. Ну, обычно, когда мне не нравится... Ну, сейчас этот... Вот привычка такая. Одно не договорю, говорю уже другое. В общем, почему я показала это видео? Я там, ну, отверстие делаю в ведре, короче. Ну, многие сейчас занимаются кашпо, плиту, да? Вот не у всех, как у меня, в данный момент, как у меня. Ведро есть, ротанг есть, ну, нечем отверстие сделать. Диме звоню, привезу, Дима забыл. Где-то в сарае есть, но ее же надо найти. Зимой неохота рыться. Ну, ладно, дрель есть. Дрель есть, ну, дрель, шурик, шуруповер. Начал смотреть сверло, сверло видно уже там этот. Ну, сверлю, не сверлится. Тупой, короче, тупое сверло. Надо же еще правильно говорить. Тупой сверло. А потом я думаю, сверло-то тупое, но можно же ее прокалить и сделать дырки. И вот я этот, поставила сверло туда в шурик, да, затянула, поставила греть, все, раскалила и начал дырки делать. Но там мне этот прилетело уже, сразу прилетело, там, ну, в основном мужчины. Мужчины мне написали. Ну, посмотрите, если кому интересно. Просто мужчины написали там, мозгов вообще, что ли, нету. Прям написали так. Ну, я ему тоже ответила. Ну, у меня нету мозгов, мозгов нету, но я приспособилась. Вот как ему жить, что у него нету мозгов? Я ему написала, как жить-то без мозгов? Как можно написать? Я написала же. Ну, он, наверное, думает, я держу шурик, да, в руке, а сама этот... Ну, накаливаю, что ли. Ну, как, обжигаю это сверло, чтобы просверлить. А не сверлю уже. Вот там мне девушка одна написала. Не мне, а ему написала. Типа, слышите, а не слушайте, что если сверло тупое, ну, можно прокалить. Понятно, я сказала, непонятно. Ну, ладно, в общем, меня это не задело. Я вообще смеюсь только там... Еще второй мужчина, мужчина или парень, он вообще там матерился. Думаю, господи, вот какие люди. Я не представляю, ну, пускай 40 лет, да, 35 лет. Вот моему сыну скоро Бог даст 40 будет, да, Бог даст. Чтобы он кому-то зашел и написал, там мозгов нету, что ли. Что другой заматерился. У меня вообще в голове это не укладывается. Это вот мат такой. Ну, тебе не понравилось я не понравилась, я себя-то не показала. Ну, уйди ты молча, что ты там пишешь-то? Видать, на другое нету это. Зайди, где там мужчины ковыряются там, в технике там. Там свою выскажи, тупой, что ли, там напиши, что не там крутишь или что. Ну, нет, там же надо смелость или слабо. Я не знаю, короче. В общем, друзья, я это все оставила, пускай висит. А вообще, если мне не нравится комментарий, я не то что удаляю, я блокирую этого человека. Потому что раз напишет, второй напишет. Зачем? У меня такой канал. Я могу не так сказать, мне уже напишут. Мне же писали уже. Вы говорите правильно. Туда-сюда. Что говорите? Ну, разговаривайте. Ну, не могу я правильно разговаривать. Вот как умею, так и говорю. Как я говорила, уже у меня же не уроки русского языка. Вот, я пельмени люблю. Главное, чтобы пельмени были вкусные. А тут уже правильно говорю, неправильно говорю. В общем, вот так, друзья. Короче, вот так, вот такие комментарии мне поступили сегодня. Ну, один тоже мужчина, но он просто там смеется. Смайлики. Ну, это нормально. Я тоже смеюсь.
Все, сейчас я вам буду показывать. Кладу начинку. Вот так толкаю. И считай, тесто же все равно растягивается. Становится тоньше. Так скрепляю. Ну, там, как вам нравится, вот. Ну, этот, делайте так. Раскатывайте. Потоньше. Так, сейчас. Так. Вот. Беру тесто. Кладу начинки. Там просят показать, вот, как я делаю. Вот. Это вот скрепляю. И вот, вот это вот тесто. Вот этот бортик, что ли сказать. Вот так. Так. И надавливаю. Вот это снова. Ну, видите, как получается. То прям выразительный такой рисунок. То вот такой. Ну, ничего страшного. Вот. Если тесто чуть тоньше, то вот так побольше начинки и... Ничего страшного, друзья. У меня же не на продажу. Ничего, все нормально, вкусно. Зато пельмени без хлеба будут. А вообще раньше я пельмени ела с хлебом. И я ела рис. Мы вот такие. Вы будете смеяться. Ну, что сделать? Вот, говорю, как есть. Да и сейчас бывает с хлебом. Просто уж иногда говорю, вот, стоять, на место хлеб. Бывает так. Ну, эти пельмени, я считаю, что полегче, не жирные. Можно просто вот одни эти пельмени вот без хлеба кушать. Вот я люблю, вам кажется, что толстые. Поэтому, как этот говорила Татьяна, две сестренки, этот камера показывает. И больше, и толще, как сказать вам. Так что вы вот не пишите, что тесто толстое. Ну, хотите, пишите. Вот. В общем, друзья, вот такие вареники. Я вареники уже сама говорю. Я могу так сказать. И вареники, и пельмени. Все равно кто-то напишет уже, что это не пельмени, вареники. Потому что даже почему... Можете сказать, вот когда мы делаем пельмени мясные с картошкой, да, большие, мы говорим пельмени, а нам пишут уже, это не пельмени, это вареники, потому что мы же их вот так рисуем, а пельмени надо же вот так, чтобы они вот такие были. Вот тогда они бы ничего не писали, вы бы ничего не писали. Ну, в общем, вот так. Ну, я не хочу так. Вот, хочу вот такие пельмени. В общем, друзья, главное, чтобы они были вкусные, правда? Вот, правда. Ну все, друзья, вот показываю вам еще раз. Так. Могу вот такой рисунок вам показать. Так. Все, туда затолкали. Сравняли. Вот. Так. 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 С этой. По-моему, когда я леплю, я всегда вам показываю. Потому что кто-то уже знает, смотрит который раз, как я показываю, кто-то зашел только на канал. В общем, вот так. Правильно говорю, неправильно. И самое главное, я еще вам, знаете, что не сказала? Я вам не сказала, что это этот ливер у меня козий. Вот. Поэтому кому-то может не понравиться. Нам нравится. Так, меня же просили, меня ждут, когда я покажу с ливером. Забыла, кто, пожалуйста, спросите. Я знаю, она раньше просила, когда будете делать. И вот когда написала. А у нас ливера нету, а тут вот такой ливер у меня появился. Сейчас вот погода такая. Мы хотели завтрак маме, у мамы налепить там пельменей, вареников, котлет. Ну, такая погода. Там, ну, не до пельменей, скажем так. Успеем. Потому что Ларисе надо добираться сюда. В такую погоду. Вот такую форму я тоже не очень люблю. Так, ну все, будем лепить дальше. Так, друзья, тарелку я опустошила. У меня получилось вот сколько. Вот.
Так, и теперь я это унесу в морозильную камеру. Такие про запасы у меня будут, как говорится, заготовочки. Они всегда выручают. Все, уношу. Ну, маленько они вот такие уж размеры. Крупноватые, посмотрите. Ну, ничего. Ну, все, друзья, наконец-то я управилась. Это последняя, вторая тарелка. Вот столько у меня, значит, пельменей. Так, два унесла я, большой и желтый. И вот это вот третий. Я сварила вареники. Так, сметаны у меня нету. Кончилось, оказывается. Ну, вот я чуть-чуть с кетчупом. Пробую. Продегустирую я, друзья, эти пельмени у меня уже остыли. Я решила долепить. Отварить отварила я. И сейчас я скажу на вкус. Так, вот такое тесто, мясо вылезло. Не толстое, совсем не толстое. Ну-ка. Не буду. Не буду на камеру, друзья. Фантастика. Вкусно. Обедень. Сама говорю, не буду, а сама все жую. Ну все, друзья. Всем спасибо за просмотр, за вашу поддержку, за ваши лайки, за ваши комментарии, что вы остаетесь со мной. Всем огромное спасибо. Для начинки я беру вот такой фарш. Тут свинина, перекрученная через мясорубку. Так, ливер я отварила. Тут печень, легкие. И сердце кусочек. Беру еще этот лук и чеснок. 6 зубчиков. Все это я пропускаю через мясорубку, друзья. Так, друзья, все перекрутила я. Теперь я поменяю тазики, чтобы хорошо все перемешать. Перец черный. Ну вот, вот столечко. Я думаю, хватит. Можно и больше, но хватит столько, друзья, хватит. Так, ливер я варила, не солила. Вот так ложку положу, полную с горкой. Сейчас буду мешать руками, руки чистые. И буду пробовать. Короче, друзья, все, завтра дверь не открой. Ай, мама, смотрите, смотрите, что творится. Ужас, 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 ужас.